будет на лишних там пару минут больше записываю. Ну, сейчас по-любому Wizard будет. Как раз последний слот, который будет следить за гранд-финалом. Как семья. Собственно говоря, все. Вот она, последний штрих. Я как вас меня спрошу. Готов. Что интересно делает? Кушает рыбу? Он спрашивает ссылку на стрим. А, ну типа перед кому-то из вас ее дать, то что у меня ее уже нет. Я пустил записи, у меня теперь там всякая ерунда. Кто это сделал? Кто расшибрил слот, это был не я. Ну ждем последнего рейда от Шада и начинаем гранд-финал Саммер Капа при плюс один. Да, теперь уже двоих ждем рейда. Как бы я не хотел выходить в офлайн, видимо, придется. Они, кстати, играют с аддон Дисплером, нет? Только лаг на этом турнире. Турнир только с лаг. И все. Аддон Дисплер что-то не стали. Да. На мой взгляд, вообще бессмысленная ерунда. Это так, защита от дурака. Ну и, в принципе, все, ради прописали. Матч начинается. Гранд-финал. Лан-Банан против Fast and Furious. Ты как по приходу можешь ее смотреть, в принципе, на барже. Ой, господи, боже ж ты мой. Зачем же было ее так взрывать со слоу-моушеном? Чё, зато прикольно. А геймплей-то не изменился. Ну и ладно. Всё как было, так осталось. Никто особо и не старался геймплей менять. У нас первая атака пошла, заблёл двоих, и Хантер напрыгивает, Трэшка у нас отставил, ну и в принципе всех убили. Минимальный дамаг. Танк у нас будет на 61%, ой, на 67%. Раунд 1, даже теперь такое пишется. Ну да, это как раз для тех,
для скрепов, если зашел, чтобы можно было посмотреть, какая сторона играет. Да как бы там по бонусу можно узнать, там First Round One бонус. Ну, важно. Легкий такой. У нас опять атака пропустили, есть заблев. Жаке неплохо, у нас Лошель подхватывает. И чтобы потом долго отстреливали у нас бяки. Ну, если на самом деле Хантер сделал бы что-то более внятное и напал вот именно на Ника, то, наверное, было бы поопаснее. Но что-то он там немножечко затупил. Да, ну, не знаю, пытался, может, отвлечь. Тем не менее, у нас появляется танк. За рулем танка у нас Роман. Выживший, соответственно, отходит назад. Кстати, насчет, к слову, вот этот Роман, это что? Это Рома. Не знаю, какой-то игрок Рома. Рома. О, ну окей. Рома, интересный игрок. В общем, пока Рома у нас ничего не делает интересного, он просто прячется за фурой. Ну, контроль, я так полагаю, только Ромин, да? Только Ромин, естественно. Он ли Рома? Он ли Рома будет за рулем танка. Первый контроль почти ушел. У нас, в принципе, есть... У нас только есть Хантер и есть Жакей. И пошла атака на 14 поинтов. Напрыгивает на бяку. Есть заблев на 4 дамага Жакей. И танк по пирожку ударяет. Еще удар по пирожку. По-моему, сейчас будет минимум 2 этапа. Ну, спонсоры у нас уже инкапнули, Райзен сейчас еще ляжет таким образом. Ну и остается только бяка, а у танка, ну, почти хп не осталось. Надо сливать, ребята, ну, бяк режет ножом. И все, 3 инкапа, и у нас... Трех нету, ну, там почти 3. А, почти 3. Все-таки, значит, пилзу успел он бяка выпить. Я уже подумал, что она упала. И... Нет, она пилзу не успела выпить, просто другое дело, танк успел умереть до момента ее убийства. Косы у нас много хп теряет, ходил по слизи. Очень опасно, опасный момент. Ну, бонусы, в общем, на команде клан банан уже фактически нет. Пилзы только одни, их сейчас выпьет косы и... Нет, скармливают бяки все. А нет, косы все выпила. Он решил, видимо, отдать обратно. Ну, какие ставки делаешь, дойдут, не дойдут? Не дойдут. Их любой случай может только доползти. Да, вот в любом случае доползут. Столько дым распалился, не получился ракет. И у нас бяку опять положил смокер. Просто лапами добьем. Ну и да, сейчас бяка будет хромать. Я на ЧБ. Да, я на этом уже ЧБ. Ну можно, в принципе, уже бросать. Таблеток, я думаю, тут уже нигде, естественно, не найдут. Да я не знаю, тут в принципе карта такова, что бонус вообще роли не играет. Да. А тут и прохождение-то роли не играет. 300 очков за прохождение только дадут здесь на этой карте. Ну, поэтому надо тоже ползти, сколько можно ползти. Четвером, а дальше подумать. Более бонуса все равно нет. Так что у нас делает Хантер? Хантер Нижебас уже резко, видимо, на отвлечение играет. Сейчас попробуют, как обычно, заатачить на машины с сиреной и... Ну, выжившие не спешат, КП не позволяет, спонсор вот у нас уже выходит вперед, пытается слить конта и неплохой заблев сейчас от бумера. И спонсор все-таки дает приклад конту, и бяка сейчас у нас в слизи, наверное, умрет. Ходит заблеванная в слизи, все, это минус бяка, и остается только... Ну и кажется, это все вообще, в принципе, то есть сейчас там прикроют Ника, то все, дойдут. Потому что, кстати, единственный, кто хромает, это за них. Ну, снова же. Не, ну все-таки доходит. 316 поинтов получают за эту карту. Плюс 16 бонус, я так понимаю. Бонус 24. Ну, да. Тут... А, ну да, у нас же, да. Как сказать, ребята, в общем, сыграли в плюс 16, мягко говоря. Все остальное не считается. Ну, 16 уже? Бонусов. Уже какой-то. Уже какой-то бонус. Ну есть? Да, главное, не в минус ушли. Поэтому... Да, если бы бяка дошла, будет еще побольше, конечно. Ну, теперь у нас вторая сторона сейчас проходит, это Fast and Furious. Посмотрим, естественно, как у нас разыграет команда клан Банан танка. Ну и, соответственно, как они пройдут эту первую карту. Все, ready, все прописали, и... Дубль 2. Вот так, с внешнего вида, тут вообще какую-то ядерную боеголовку сбросили, да? Там два истребителя, да. Смотри, решают все в слоумо выйти, атаку слить. Просто подслили. А ты говоришь, на геймплей не влияет. Смотри, вышли в слоумо, слили фонта и клич.
Уже? Это Молодцы. тоже тактический прием. Можно было не атаковать, а можно было и не выходить. То есть, ну да, часть на геймплей чуть-чуть влияет. Вот, ладно, убедил. Не, ну все, у нас, кстати, они довольно-таки быстро решили прорашить, вызывая танк, и будут также отходить в убежище и встречать его там. По стандарту. Надо было еще, я не знаю, какое-нибудь место новое сделать для танка встречи. Танк у нас под контролем спонсора, есть неплохой заблев троих. Курильщик у нас тоже пытается вытянуть назад, сливается. И танк у нас что, решает пойти сразу? Все-таки спонсор у нас не рискует и остается пока ждать саппорт. Да, в принципе, тут, наверное, дело даже не в саппорте, а дело хотят ли ребята собрать что-то более интересное, но у них, по-моему, опять есть бумер. Бумер есть, есть Жакей Хантер, и спонсор пошел, у нас неплохо фарт рисует. Прессует танков, 4 УЗИ домашних, и режут еще там, них просто с ножа режет, и танцы мертв в один удар. Просто расстреляли 4 УЗИ, плюс еще с мили нахитовали, и... Райзен, почему у нас в спеке-то выходит? Совсем что ли? Могу предположить, что это типа спидерша, не знаю. Хотя это вроде не могло быть еще. Так да, все вроде слились, как бы. Хотел резко сократить, но там просто как бы тайм-аут идет. Чтобы задженить несколько секунд. А с очередной атакой Чарджер пошел и просто все, так сказать, с УЗИ. УЗИ запил, плевательство профейлил, и остается один курильщик. Ну и, наверное, сейчас опять шикарным бонусом у нас дойдет ФА. Ну, я бы не сказал, что прям совсем шикарный. Ну, 488 плюс 300 дистанции. Ну да, 700. Это соответственно, кстати, разрыв получается у нас будет 400 очков, да? Не, ну это уже неплохой задел для начала. Все же у нас сейчас последняя атака пошла. Пирожка скуривает. На Элиса у нас танк напрыгнул. И опять бедный у нас. Ну, подслились с ним немного бонуса. 432 бонуса доносит. Ну, 416 очков и разница, собственно говоря. Ну, не критично. Ну да, первая карта пока еще ничего не решает. Довольно-таки маленькая дистанция за прохождение очки, ну и бонус. Не такой уж большой, все же отыграть можно. Главное, чтобы сейчас минус мораль не была. Команда Клан Банан. Так, ну все по составу. Жозе, спонсор, Разенбека против Шада, Ганжа, Квин и Промы. Окей. И за кого ж мне здесь болеть? За кого мне можно почихать и покашлять? Не знаю. Тут по каждому из игроков из команды ХС есть. Дело не в игроках команды ХС. Дело, скажем так, в симпатиях и антипатиях к некоторым игрокам и личностям, которые присутствуют и там, и там. Угу. И вот тут, блин. Ну кого ты любишь больше, за того и болеть. Да, ну вот кого я люблю больше. Там везде и есть те, кого я и не люблю. О, черт. Пригласите, пожалуйста, весь список. Нет, я думаю, многие обидятся. У нас, кстати, бумер резко занимает наверху, на крыше убежища. Да. А, оп. Ладно, кое-как нас пятница. Сейчас, по-моему, получилось. Неплохо у нас Ника отхватывает. Двойных станов нету. Небольшой дамаг все-таки все у нас наносят. Хотя, несмотря на то, что все сыграли на шаду, дамаг они сделали все вчетвером. На шаду. Да, единственное, что, по-моему, только непропорционально немного дамаг. То, что вот так сумма дамага 41. Ну или что, у шада 69 хп. По-моему, нет. Надо худ включать. Не смотрю. Спонсор у нас пишет, заблёк у нас сделал.
Бумер, пошла атака. Причем, мне кажется, это фейловая атака тем, что они решили здесь сделать. Ну да, чарджеры быстро сливают, Шакей взяли на приклад, ну и плевательство. Если честно, вот так просто по раскидке танк, это была атака на танк. То есть она просто была слита, чтобы уже к танку получить что-то серьезней. Не, ну я... Там будет сейчас. Я понимаю, что там будет сейчас, зачем тогда сливали чарджеры, довольно тяжелый саппорт. Не скажи. Тут что, ничего не... Знаешь, это и русская авось. Что-нибудь да сейчас получится, называется. Ну окей. Мы соберем квадкап. Вдруг. Да, два ханта случайно выпадет. Да, так по-любому может быть. И в итоге мы получаем бумера, Жакея. Кто у нас еще есть? Надо такой электрик спекнись. У меня два бумера показывает. О, еще и подорвали мост. Главное, чтобы никого не придавило. У нас никого не придавило, но у нас просто команда фастов пока аккуратно пытается вызвать танка. То есть, заметь, еще очередная атака, просто в слив. Ну и у нас что было, что не было. Ну да, в принципе, могли попробовать. Но опять же, дамаг особо ни по кому не сделали. У нас шат находит килзы, выпивает одни. И танка будет здесь встречать. Но это опасно, потому что у машинки есть. Честно, шат, по-моему, поторопился с пилзами. Как-то, может быть, стоило после, а не до. Вроде не хромал, тем более. Вдруг они после не достанутся. Кстати, да. И вот сейчас танку надо просто быстрее прорываться в центр и занимать позицию. Подкатить. У нас неплохо выбивает чарджер. И тащит ведь бачок-то. Почти. Почти шадо, он пока в бомжах. Можно... Да. Да, есть. Шадик у нас линкапает и может закатать ведь под заблёх, под бомжей. Да, он закатает все-таки. Ох, рядышком еще прошелся второй бачок. У Хосе у нас сотворил чудеса, правда, под саппорт чарджером, но все же минус у команды Fast and Furious уже есть. И сейчас можно, конечно, попробовать по танкам. Кто сейчас снайпер? А там снайпер Бенджубас. Кто успел выцепить? Так, бумер у нас фейлился, заблева не будет. У танка еще почти половина хп, 2500. И уже, насколько я помню, это первый контроль у меня уже заканчивается. А вот не скажу. Кто-то этого не заметил. И пошел все-таки, остается мало хп, но вряд ли кого-то... Нет, дает все-таки у нас Парашель удар. Идет за бачком ведь. Хитрый. Последний рандом. Нет, ох, не попадает. Все, танк умер. Убит. Есть один минус и один удар по квин сделан. Но в итоге сейчас можно рассчитывать на роспись. Можно, есть шанс, огромный шанс расписать либо сейчас, либо на ивенте. У нас уже хантер резается. Мне кажется, довольно-таки рано резнулся и в итоге атака будет проводить в этом переходе. По-моему, сейчас не распишут как факт. Хантер накидывается у нас на Бенджубас и нет, не будет роспись. Окей, чарж на рандоме просто пробивает. Но зато лапы раздал. Ну на хп неплохо раздали. Сейчас Бенджубас получил, там и Квин получила удар. Плюс кого-то еще, по-моему, покушали хантом. Ну да, Бенджубас же и покушали хантом. И потом еще чарджи смог несколько ударов лапы раздать. Ну а вот сейчас, наверное, все-таки думаю, стоит рассчитывать уже на роспись. Наверное, да, три кап есть, правда, спитерша к нему. Ну, что поделаешь, и так волна бежит, чем еще больше. Все, у нас пошла атака, Жакей напрыгивает, берут одного все-таки. Опять на Бенджубаса, вся атака сосредоточена. Ну и это очередной фейлер. Смотри-ка, я от Бенджубаса. Ты рассчитываешь увидеть... Что? Ничего, просто хочу посмотреть на игру снайпера и все. Ну нет, тут не та карта, чтобы уже смотреть игру снайпера. Тут просто сейчас давят мобы. Почему Шадо не доверяет Кунку уже которую игру? Уже который то Рома, то Бенджубас с кемпой. Не знаю. Сейчас начнется играть, что ли? Ну что, очередная попытка росписи, снова трикап. И по-моему, в этот раз... Нет, неудачно. Да.
чарж фейлится. Все, убиваю. Ну, еще таким образом еще и дойдут. Ну, насчет дойти не знаю, пилзов не хватит, если больше нету. Ну, грижебас еще, ну, одни пилзы есть. Это мало. Рому после буквально там одного-двух мобов будет хромать. Тем более, ребята еще подзатянут немножко атаку, все равно никто раш сейчас не будет сейчас кидать. Сейчас у нас уже не будет, потому что есть бумер и плевальщица, надо сливать просто, хотя бы провести, я думаю, такую полуполноценную атаку, всем слиться, и может получить что-то более стоящее. Ну смотри, сейчас делают абсолютно все правильно, немножко оттягивают как бы, ребята сидят, рашить они не будут. Ну да, они же, естественно, не хотят втроем расписаться под... Конечно. Под ивентами. Сейчас можно зажать гандубас, его никто не спасет. Да. Джубаса зажимают, и да, это инкап у нас. Есть инкап, и сейчас будет пробовать поднять. Так, Джубас до этого нет, не падал. То есть это первый. Да, но он сейчас как раз клузы выпивает, все. У нас уже двое хромающих, Рома и Квин уже. И сейчас будет ли у нас роспись? Жакей уже реслится, его неплохо как-то уже простреливают через стену. Бумер фейлится, заблева нет, на рандо... Ой, неплохой запил у нас от Квин. Просто милли. Убивает сейчас Громилу, ну и всех, в общем-то, сливает. Ну и что, собственно говоря, осталось полторы атаки, я думаю. Собственно, они так и дойти могут. Что? Ну да. Последняя попытка должна. Потому что, судя по всему, что, доходить будет один Джубас? Или как-то он так... У нас последняя попытка росписи есть, заблёк Джубаса. Чарджера отстанил бумером, все-таки пробивает. И Хантер не успевает. Ой, не успевает Хантер. О! У нас там, у нас еще и пирожок дал приклад курильщик, близко он скурил. И два инкапа все же есть. На Роме еще был. А мобы? Небольшие. Нет, мобов нет. А мобы уже закончились, они же отсиживали ивент. Ну что, доходит, ребята. Бонус у нас, правда, составляет всего 81 хп. Да? На стороне еще да. Бонус есть. Да, 81, но, ну... Что сказать, надо было расписывать. И, ну, у клан банана пока есть шанс. Тут ну, конечно. Разница... Хотя нет, 900 хп. За эту карту не догонят, но могут сократить только разрыв. Надо еще на отлично танка встретить, чтобы тоже под бачок не попасть. Или печалька большая для клан банан. Ну там видишь, там как бы шат, скажем так, замешкал своими пилзами, он пошел их взять, поскольку он их нашел. Ну там еще неплохо Громила сыграл тем, что и бумер. Нет, там неплохо сыграл бумер, а Громила поддержал уже атаку. Да, бумер заблевал на таком пространстве двоих там. Ну, это сыграло свою вот сущную роль такую. Ну и танк вовремя все-таки смог успел подкатить бачок. И под мобом смог инкапнуть. Ну, вторая сторона теперь начинает клан банан проходить за выживших. А так у нас будет сосредоточено с крыши убежища. Только один смокер. А снизу так. Из-за дерева. И справа курить. И что у нас, клан банан пока не спешит, аккуратно отстреливают мобов всех. Сейчас явно какая-то тактика. Как будем выходить? Давайте пустим женщину первую. Ту, которая реальная или ту, которая фактическая? А, это стоп, это одно и то же лицо, черт. Бяка играет за Рошель, и видишь, они все так пятятся назад и говорят, ну, Бяка, давай, вперед, что-то не боись, мы прикроем. Ну, ладно. И уходит назад. Ну, все, правильно, надо пускать первым чернокожего. Пусть чернокожий выходит и огребает. То выходит, у нас пошла атака, чарджер у нас не попадает, мимо проносится, плевок никуда. Ну и в принципе первая атака встретили на ура, хотя небольшой дамаг у нас есть. Настолько Бенджубас с нулем после первой атаки, ну не критично.
Так, а теперь маленькая правочка. На Sky время респауна не изменено. Нет, Такое же, как на фреш. Такой же. На эквилибриуме. Ну, на эквилибриуме. Ну и на фреш они одинаковые. Если честно, не там, помню. Респаун, там 18 на фреш, а на эквилибриуме 16. Да? Ну, чуть-чуть. Да. И в итоге... Очередная атака. У нас фейлится курильщик, Жакея убивает, ну и Чарджер тоже. Очередной фейл. Так. Да, очередной фейл, не знаю зачем. Ну, решили таким составом попробовать на открытой местности сделать что-то. Ну что, вызов танка в этот раз будет до атаки третьей? Да. Нет, все у нас есть. И куда у нас? За кемпой что ли вырывается? Да, у нас... Ой. Он подходит. Почти подошел. И чарджер. У нас чарджер, смотри, там раздает рукой, лапой один раз попал и... Нет. И был убит. Не смог быть убит, но при этом он сделал один удар. У нас танк Квин. Кстати, если сейчас тоже колебались немножко, вот что делать вперед-назад, вот с этим. Не, сразу пошли вперед или сразу пошли бы назад, было эффективнее, нежели туда-сюда. Там темнокожего, видимо, прикрывали, он очень хотел кемпу взять, которая была чуть подальше там. Ну, ее взяли в итоге. Ну, взяли. Неплохо сразу с одного удара подкатывает бачок. Почти рядом. Ну, сейчас все зависит тоже, с одной стороны, от кемпы, как он надамажит танками. У нас, кстати, 3 кап. Нет, бумер, точнее. Хантер, Жакей, бумер. Ну, это уже минус 1500. Еще минус Хантер, который пытался на поинт, и опасно сейчас. Минус 2. И сейчас будет просто прессинг танка. То, что это минус бачок, он далеко, очень далеко. Бачок минус, контроль минус, саппорт минус, и сейчас просто в несколько УЗИ расстреляют. Есть заблев Рошель, Жакей непонятно, что пытается сделать, все-таки накидывается и... Ой. Есть удар. Есть два удара. Да. И, кстати, никто не прессует танка больше. Три удара. Не кап один есть, и танк умирает. Ну, конечно, получше будет, чем у команды фастов, но... Все же могли встретить и без потерь, если бы не отвлекались. Продолжали спамить танком. Ну, Хосен выпивает таблетки, где-то Шаджи находил еще один. Впереди. Ну, впереди, и Гранила у нас пробивает, курильщик быстро отстрелит, но это сейчас минус. Почти половина ХП с Райзена. Почему что ты замешивался с этими таблетками? Они будут чуть-чуть дальше. Что-то я их не нахожу. Где он нашел? Ну вот где-то здесь. Где-то здесь нашел, читера, ну где-то еще нашел. Да? Не знаю. Ну, впереди пилзы точно есть. Ну, вон, передали пилзы, у нас пирожок куда-то бежит за пилзами. Вон они были справа при выходе, сразу. Угу. Там еще впереди одни пилзы у них перед активацией ивента. На столике стоят. Надо что-то сейчас Райзен, скорее всего, увидеть. Так, а кто у нас спонсор, снайпер, да? Причем, что откровенно, Хантер уже спалился и был в прицеле. Это ему не мешает прыгнуть на дамаг на 7 хп. Еще под слизь, у нас скуривает бяку. Все правильно, тактическая атака, выкурить из слизи, которая при этом даже в стане дамажит. Ну, кстати, Бяка делает абсолютно правильно, быстрый раш в одного на открытие респов пока кто-то сзади, и, соответственно, это перекидка мобов через всякие заборы. Ну, правильно, а чтобы не прорашить, если атака уже слета была, вот сейчас уже очередная атака готова, есть чарджер, есть... Трика, в принципе, есть. Есть Хантер, есть Жакей и четвертый у нас бумер. Неплохо пробивает двоих у нас все-таки. Чаджи, есть заблёк, еще Жакей уводит Бяку и стан от бумера. И сейчас это будет потеря ХП с Бяки. При этом у нее постоянное ХП. Но пока еще более-менее нормально. Что тут скажешь? Ребята, по-моему... Так, 81 хп. Угу. А ребята, кстати, тем не менее уже приближаются вот к рубежу отыгрывания очков. Не, ну... Маленькими очками.
еще несколько атак будет неплохое смотрение, несмотря на то, что Райзен ускоривает приклад, Ханту он поставил, но это не мешает, конечно, Ханту напрыгнуть на Бяку, и это два инкапа, наверное, будет, нет. Инкап Райзена в слизи, и... Зря ты сказал там что-то. Нет. Дело не в бонусе, просто если ребята четвером доходят до убежища, они уже преодолевают предел на 4 очка и уже становятся как бы лидерами по этой карте. Именно по карте, не по игре в целом. А если еще дойдут с бонусом, это все, что их бонус, это все сокращение разрыва. Про это. Ой, неплохо. Кстати, да, красиво убить бумер. И, в принципе, последняя атака, она уже сейчас получится смята из-за того, что бумера нету и нету еще одного персонажа. То есть всего двое респов. Трое респов у нас. Третий вообще не успевает. Не отсиживали этот ивент особо. Хантер у нас пошел вперед. Неплохой у нас скин. Я так и не заметил, по-моему, скин выбыл все-таки. Убивает с одного шота в голову. Убивает с фейлилось, естественно. Ну и, да, должны дойти, естественно. Последняя попытка как-то задержать выживших. Мои забудьте, как я не знаю. В этом все будет около, наверное, очков 250, я так полагаю. Все, доходит у нас план банан, 176 бонус удалось. Так, еще плюс восьмерочка, 235. Вот, весь наш разрыв несчастный. Что, соответственно, очень-очень мало. Так, ну, что могу сказать сразу. Игра-то у нас, ребят, равная получается. Это радует. На самом деле. Да. Плюс-минус, конечно, какие-то там колебания. Но... Не, ну как сказать, тут Фака чувствует себя чуть-чуть поувереннее, чем клан Банан. У них как-то более всё размыто. Я могу сказать, наверное, не ожидали Фа получить минус все-таки на таком сливном танке. В принципе. Не ожидали, скорее всего. Ну, может быть, но... Я даже не знаю, на самом деле, как это охарактеризовать, этот минус-то. Домный минус. Не, ну в целом, конечно, как ни крути, но все-таки я болею за Фа. Вот, как бы оно не было бы. Среди всех минусов там есть один большой-большущий плюс. Вот. Кто Гинжипаса лишает? Вот вообще, вообще не в тему. И не туда, не туда. Значит, Квин? И тоже не совсем в тему. А Рома ты не знаешь. Рому я не знаю. Да. Но все же плюс к Фа, ну ладно. Да, такая галочка. Окей, посмотрим первый состав у нас. Не скажу, что он довольно-таки хороший, потому что есть плевальщица, бумер, Жаке и Хантер. Нету чаржа. Я могу сказать, на втором составе будет танк. А, ну, естественно. Почему бы не слить ранний танк? Да. 26% в принципе реально дойти до танка между атаками. Все, у нас рейди все прописали, выходит. Начинает первая команда Fast and Furious, как лидеры двух карт. Хантер у нас резается и пошла атака. Заблев будет, есть заблев одного, но благодаря спану бумера все остальные спейлились. Шадик ножик. Забыл пилзы или что это было? Шадик забыл ножик. Не, вроде был. Он им отбивался уже против мобов. Нет, тут пилзы они никак не могли зайти, потому что они были привыкли всем. Не, ну это я понимаю, да. Это я видел этот плакет. Просто мне понравилось. Да, ребята, пилзы забыл. Там будет сейчас самолет, который никто не видит из спеков, но это ладно. А, это самолет никто не видит, да? Нет, вот только и заражал. Понятно. Но тем временем, кстати, я чувствую, уже люди видят танка. Потому что они... Да нет. Как бы тут напишет, если там. Тоже не. Сейчас будет волна, и они... Они, естественно, решили отойти назад на более. Ну, логично. Потому что впереди-то танк. Ну, еще бы. Ой, на 11 поинтов у нас на шадик набрасывается Хантер, есть заблёк и чаржа пробивает, и... И вот это не весьма сильная атака. Как ни крути, а сейчас словили, так говоря. Да, неплохо, словили.
в дальнейшем, наверное, после гранд-финала приход я перезалью, он будет переделан. Самолет я этот отсюда уберу. В принципе, нафиг не нужен. Как же ивент? Как же ивент? Нет, тут будет ивент, только по-другому немного организован. Более правдоподобный PPCV. Ну, в итоге у нас бумер сфейлился, курильщик сфейлился, Хантер получает у нас 9 граммов в лицо, и вот, наконец-то появляется танк. Танк 9 граммов? Почему 9 граммов? Это как фраза была. 9 граммов в лицо. Разин, я думаю, не будет придумать что-то новое, попробует. Так, это у нас что, карта номер 3, да, и сейчас танк Разин. На первой карте был спонсор, потом на второй... Кто был на второй? Хассе, по-моему. Хассе, да, был на второй. Сейчас минус. Разин. То есть будет последняя дяка. Ох, достанется ей. Пули. Ну, 9-миллиметровые пули не вешают 9 грамм, к сожалению. Они вешают гораздо больше. Так, обсуждение патронов. Стены у нас, кстати, тут еще ближе есть бачок. И пока неудачно танк у нас закидывает все его девайсы. Бумер, тем не менее, у нас спейлился, и... А саппорт что делает? У меня такое ощущение, как будто спиной стоят боты сраженные, стоят на месте. Ну, на самом деле, просто нечего сейчас делать, место будет тяжелое для них, как и для танка. Вот сейчас, если, конечно, был заброк, было бы в разы проще. Мне кажется, зря сейчас бросает он машинку, идет. У нас зажимает бенджибас все-таки танк, и это есть один инкап. Нет, удара нет у нас по Элису. И, наверное, это слив мажет по шаду, и да, танк у нас разыгран. Ну, вот не знаю насчет как мажет, тут такое слово не совсем применимо. По крайней мере, как я вот смотрел, это было просто, ну, он пытался ударить по шаду, но там дистанция не позволяла. Ну, со стороны выходил как бы, ну, он промазал просто шад, пошел как-то в сторону. Ну, видишь, разница лирпов. Тут уже разница и рейтов. Ну да, всего подряд. Ну, попытка очередной атаки, заблев есть, выживший отход назад, и у нас пробивает Рошель, и если бы плевались сейчас примула пораньше, ну хотя, в принципе, и так. И так, если бы там Рошель. Потому что стан не спасает. Ну что, у нас есть два инкапа, ну разных. Да, два инкапа, у нас нету одних филзов, и сейчас Квин тоже выкинет филзы. Шаду скоро понадобится филзы снова. Очередной заблёв, очередная атака. Видимо, решает уже не мутить каких-то тактик, а просто тут проатачить. Как только резв дали, тут же проатачить. Но эта атака не увенчалась успехом. Ну сейчас бы, конечно, стоило бы додавливать. Но я бы подумал, на самом деле. То, что если вот додавливать, надо додавливать это постоянно. Что-то пока летаю по карте, я особо пилзов не нахожу. Их как бы вообще мало так-то. Нет, ребята сейчас делают немного ерунду. Что они вроде как пытаются быстро додавливать команду, но и при этом они не давят. При этом они сливаются как-то фантом, вот, опять же. То, что, если бы сейчас все бы слились, я бы согласился, что да, это были попытки. Ну я так понимаю, они просто сейчас решают либо оставлять этот состав наверх на выход на тунелиционного люка. Ну и в итоге вот сейчас уже просто. Нас, да, остается был скульптура подплевальщица. Все-таки видишь, решают уйти. Да, назад. И ребята пробегают просто 170 очков карты, не получая вообще ни одной атаки. По сути, тоже бред. Ну они решили просто давайте. Последняя атака. Ну, чтобы наверняка. То есть даже не было попытки за кого-то заминусить. Вау. Как здесь все строго. Строго. Нет, они просто боятся потерять этот состав, чтобы наверху не было какая-нибудь ерунда. Ну и в итоге сейчас посмотрим. Вот, в принципе, сейчас смотри, время-то они тянут, хп капают. Пилзы только одни. Если они сейчас еще задамажат неплохо, то тут может быть и ГГ уже для команды Fast and Furious. Ганджибас у нас первый выходит, в итоге его схватил Жакей, уводит.
Вот сейчас очень четко стоит вообще весь расклад. Поскольку как минимум сейчас никто не вылезет. Ну да. Джеки пытается на машине без сирены вести, ну ладно. Таким образом и чаржи это могут просто с мили взять. Уже продамажный чаржи у нас фейлится. И все-таки у нас вылазит. И заметь, на Роме бонус еще пока большой. Не, ну Рому берегли как бы, но единственное, что Гунджубас теперь ЧБ, при том, что он выпил пилзы. Берегите Рому. Наверху у нас призов тоже нет. И плюс сейчас есть новая атака с целиком. Ну, я пока только вижу смокера, который попытался на машину, и в принципе удачно. Ну вот тебе моя целиком атака, как я сказал. Видится, Ханта убили, по-моему, в полете, не успел он. Или он перерезнулся? Не, он перерезнулся. Нет, он перерезнулся. Шадик у нас Жаке убил. На прикладе его убил. Хантер у нас решил остаться. И один пойдет. Забирать кого? Ганджубас ЧБ. Так слово так. Да Ганджубас уже, в принципе, ну, правильно. Слила Ханта. Ну вот, и в принципе смысл было пытаться протащить Ганджубаса, если он и так с одним ХП. Ну сейчас еще Квин должна упасть. Потому что если упадет, тоже будет ЧБ. Пароми сейчас небольшой дамаг сыграл чарджер в 2000. Да, Квин уже было. Ох, ё мать. Не так уже было ЧБ. Он два раза падал. Ну и Жаки свое дело сделал. Поторопился. Именно поторопился. Могли расписать сейчас. В итоге у нас остается Шат с одним ХП и Рома. В принципе, можешь сюда положить шаду. Не получился. Кажется, сейчас кто-то получит. Вщи. Не рискует. Решили, давай идем вперед, потому что ХП опять же капает у шада. И что, шат опять возвращается? Поменял девайс на дробь. Че, один на один ставил? Точнее, будет сейчас 1 на 4 ставил. Жаке у нас как-то пытается резнуться за машину. Ну, в принципе, я не знаю, ну на спрыге бы уже. Внизу бы пробовали, зачем сверху? Или вы все десантом решили? Это неловкий момент. Шат еще не ЧБ, в принципе, можно еще разок положить, пока терпят. Ну и все, наконец-таки Рома у нас спрыгивает, и Шат остается один на один против четверых. Ну пока про... Все, минус, есть дает минус все-таки Жакея. Чарджер у нас фейлится. Тоже зарезал. Ну и что, Шат убил троих из четверых. Плевать, там, по-моему, пощадили, ну, тоже убили. Ну вот теперь Шадик положили опять, и сейчас он точно будет черно-белый. Последняя попытка здесь есть хоть что-нибудь? Нет, тут есть только мачете дальше. Ну, что сказать. Режиссер суров. Ну, теперь-то очередная полная атака. Чардж пошел. Просто запил чаржа с УЗИ. Курильщик отстрелит. И Шат сейчас в слизи. Нет, все-таки успевают. Я одного не понимаю, там некому сказать Ready Steady Go или что происходит, почему они тащат просто по одному. Все, Роме можно вообще спринт дать. Ну да, Шат. О, находит пилзы и. Шанс-то есть, если сейчас смогут слить еще. Шат выпивает пилзы. Вот Соплев, конечно, сейчас не в тему. Снова же есть спитерша. Опять топ вот чисто 2 кап. Есть чарджер еще и хантер, и сейчас приклад, Шат, давай приклад, или скит, ну хоть что-нибудь, все, берут на приклад ханта и чарджер запиливают вообще. По-моему, Шат включил Рэмбо мод. Ну я же говорю, это один versus 4 ставил просто. Рома так этот, знаешь, на подпевку, на подтанцовке. Сейчас просто всех божит, быстро убивает, и Рома там поддамаживает. Два таких чекиста с ножом, резвится курильщик, будет ли обрезать язык, ну,
Нет, обрезал все-таки язык, чарж профейлился, очередной заблев, остается Жакей и Курильщик, опять обрезает язык, Жакей просто опять зарезали как семью и... Не, это просто, это невероятно. Четверо не могут расписать, я не знаю, двоих. Один из них черно-белый. Просто уже половину карты, ну ладно, не знаю. И доходят. Доходят. Да, доходят. Все, не успевает. Вот это да. 20 киллов. От Шада. За третью карту. Да. Что тут сказать? Забавно. Ну что, тем не менее, у клана Банан до сих пор есть шанс даже тут сократить количество очков. Шанс-то есть. На разрыве, да. Сколько им нужен бонус? Всего 200. Ну, получается, что они четвером доходят. И они уже будут в лидерах. Да, ну, конечно, смотрелось это эпично. Последние могли двоих расписать. Ну, ладно. И... Последний рейди мы почему-то пока не получаем. Игорь Жубас у нас, видимо, задумался с Райзеном. Ждем, ждем, ждем. Все. Наконец-таки есть последний рейди. Третья карта прихода, и со вторую сторону у нас проходит клан Банан. Наконец-таки все выжили вроде как. Здесь все поаккуратнее, скажем так. Тут, ну, естественно, надо же как-то затаскивать, аккуратно выходит и атака. Так у нас почему-то затягивается. Бумер пошел у нас. Точно неплохой рокет, но, к сожалению, убивает. Жакей идет. Ну, только Хантер на 5 поинтов напрыгивает. И здесь у нас, к сожалению, фейл. Не попадает плевальщица. Но в итоге дамаг небольшой есть. Кстати, даже, по-моему, получше, чем клан Банан заатачили на первой атаке. Там, по-моему, было только 6 поинтов. Здесь же 14. И что-то у нас пирожок невероятно творит, получает у нас тычку от чаржа, но хорошо, что не попадает с лапы. Не, куда он спешит? Он пытается кемпу взять, что ли? Ну да, кемпа внутри есть. Видимо, он это знает. Я думаю, уже попалили после первого. После первой стороны. Так, все взяли. Ну и теперь... Отбивает ивентовую волну и... Тут просто не понимаю, зачем... Кемпа на ивенте, в принципе, можно было ивент и без нее. В принципе, да, ну, видимо, не знаю, заскутить бумера. Кто? На улице что творится. Хантер-то хорош. Тот самый, который кемпа выслеживал, в итоге все попадает на 13 поинтов. Чарж остается пока один, но его сейчас быстро, я думаю, нет, успевает даже тычку дать. Все, танк у нас вызывает, танк шадит и должен забажить, как за выживших, как за зараженных. Что с танком? Неплохо, почти нормально перебросил. У нас, тем не менее, пошла атака, накидывается у нас кантр, быстро отстрелит, ну и... Курильщик немного поддамажил. Тачку зафейлил. Увы. Ну там еще бачок есть, кстати.
А с кумпа неплохо уже пока. Два шота попало, даже больше, на 500 хп. Не, ну а тем не менее, как бы смотри, бачок-то все как бы ближе и ближе. Более сейчас вообще сверху. Сейчас будет прицельно бить, но только не за... Нет, вот это им сейчас вот конкретно повезло, если сейчас бумер заболевал, могло бы быть эпично. И танк почему-то решает без бачка пойти вручную раздавать, и пока успешно он зажимает фактически Элиса. Три удара уже дает. Чаржа есть, милю запил. Танк все-таки раздаст, по удару даже почти всем сделал. В итоге всех, со всех бонус слил. Теперь трое выпьют уже пилзы. Можно говорить, что даже получше, естественно, в разы сыграл танк. Fast and Furious, есть заблёв одного у нас, и будет ли у нас атаковать остальные зараженные. Да, пошла атака, курильщик Жакей будет. Непонятно, что это. И походу у нас Шевелит застрял. Лоу. Прикольно так подкрыли. Ну неплохо. Да, тут неплохо сыграли, потому что КП нету. Сейчас еще по бяке дали один удар, расчаржили. Тут играют просто вот, чисто я не знаю, на ХП, на дамаг. Чтобы выпили пилзы и... На самом деле, вот с такой тоже можно один разочек ошибиться. С такой атакой, как сейчас производят. Ну, в принципе, пока все правильно. Пока давят. Как показала вот, предыдущая сторона, тут, в принципе, пилзов-то больше-то толком не будет. Если они есть, то, может, где-то пропустили. Просто будут одни только впереди на кладбище, и в итоге сейчас все уже пилзы выпили. Им еще надо как-то вылезти из дырки канализационной и не огрести на ней. Но пока у нас зараженный пушит. Довольно-таки неплохо. Дамаг есть. Неплохо сейчас у нас. Несмотря на заблев бумера, ханта Жакея убили и... Должен быть состав наверх. Плевать, по крайней мере, Громилу должен быть. Знаешь, что я тебе скажу? А я скажу, тебе не будет состава наверх. По одной простой причине, что если ребят сейчас не затупят, они вылезут вперед, чем какой-либо нет, создавшийся нет. Состав. Нет, видишь, не успевают. Какой затупят? Пока они спрыгивали, они хромают. Плюс плевательца уже была первая в респе, она бы на удержание сыграла. То есть она плюнула бы на дырку, чтобы собрать. Ну, состав, несмотря на бумера, все же есть. Чаржи и плевальцы, как я говорил, все-таки у нас есть Жакей, как-то непонятным образом с приклада скинут, и в итоге по слизи не очень приятно гулять. И шанс Ника есть взять. О, лол. Никто мобов не будет отстрелить с дырки, так и будет. Главное, что Ник сделает? На нем просто на НК пожелапами. Чаржи. Ну чё, Чарльз, вылезли? Вылезти-то вылезли, но при этом ХП-то все равно уходит. Оно уходит само, они почти ничего не потеряли. Так, они потеряли очень мало на вылезе. Это сейчас вызовут машину, это будет плохо. Это ну, очень плохо. Все. Жаки все-таки сыграл тот самый. Сейчас еще бумер, скорее всего, заблюет. Да, есть заблев одного, еще одна машина активирована, еще одна паника лент вызвана. Хантер у нас что-нибудь попытается сделать. Сейчас мобы не дадут вылезти другим. И плевальщица также. Ладно, один дома. На разе не напрыгнули. Расширили, подкурили немного, опять же, ХП просто уходит, пилзов нету. Райзен до сих пор валяется на лестнице. Well,
Но я думаю, вряд ли они дойдут. Если так как зараженный продолжит пушить, то дамажит, то точно не смогут. Пока ползут и... Ползут, ты видишь, четвером. Я, конечно, сейчас уже не скажу математику, но там было сколько? 235, да? Разница. После полной. Да. Ну, значит, пока еще хуже. Он дамаг пока может только за прохождение брать. Поинты. С бонусом пока не очень. Состав-то, кстати, не особо хороший, но есть плевательство длинное. Хантер и курильщик. И спускает первого раза не вниз на разведку. Ну и пилзов еще две атаки такими темпами. Черно-белый у нас, кстати, уже есть. Это у нас нык. Распассе. Неплохо нас отстрелили, контраст дамагает, да, жестко шаб. Отстрелили, но в итоге эта атака не увенчалась успехом. Ну тут и состав-то был не особо. Но впереди одни пилзы есть. Если Хосе до них доползет, я думаю, все-таки скоро их ему, чтобы все-таки не умер товарищ. А вот остальные, с остальными будет потяжелее. Может, конечно, и кемпер ускорит. Пока не. Снова очередной заблев, атака пошла, непонятно, как это сейчас получилось. Воздухом снесло. В итоге сейчас Хосе надо отстреливать, и он просто-напросто, да, все, умирает Хосе и... И два инкапа, и просто один хп. Убей. Ну там один, конечно, два. Но все же. Есть хантер, и сейчас, да, не успеет, наверное. Нет, все-таки шатнес не успевает, решает уйти. Не надо в слизи стоять, успевают у нас пирожка поднять, но бяк, к сожалению, падает и отстреливает нас ханта. Не горжет. Всех спас, один остался. Да, и у нас, я так понимаю, двое черно-белых точно, все разин, выпивает ползы. Лол. Не ожидал он. Да, пирожка все-таки нас забирает. Мир иной. То, что может... Нет, Разин все-таки нас не сможет дойти. И сейчас бяка скип покажет, да или нет. Да. Не получилось. Так, ну тем временем, кстати, ребят немножечко проиграли. То есть сейчас разрыв уже 246. То есть чисто по карте не проиграли вон... 11 очков, что ли? Лол. Ну все же, четвертая карта у нас сейчас, посмотрим, станет все-таки решающей. Да, здесь возможно защитить 200 очков. Даже больше. Чё, ну здесь легкие дожди. Ну, хотя там впереди даже гроза вроде как. Нас ожидает. Поэтому... Тут будет веселый ивент. Вот. Да, легкие дожди, синее солнце. Ну а что говорить о шансах, то шансы есть. И даже, я бы сказал, очень-очень хорошие. Ну все зависит на самом деле от того, как сейчас команда Fast and Furious пройдет вот свою первую половинку. Карты. У нас где есть наконец-то ведьма. Да, 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 я тоже хотел сказать, за три карты, в принципе, она появится. Да. Фасты тоже как довольно-таки аккуратно выходят, отстреливают ближайших мобов. У нас уже Хантер в ВСП появился и чекают. Тумпа у нас. Чекает кого-то? Нет, лишь вас, пока чекает только мобов. Ну, кстати, очень поздняя и ведьма, и танк, и в принципе надо просто стараться сейчас давить как можно больше. Ну, пока Хантер у нас фейлился, был взят на приклад, и вот сейчас
Его успевает все-таки нас под гранилу плюнуть. Плевальщица и небольшой дамаг все-таки сделали на шайбике, пока он вставал. Ну, конечно, да, не сильно, что огромный, но пойдет. Сильно, но все же. Все-таки успех, можно сказать, небольшой. Смотрим, сейчас снова состав собрали, есть Хантер. Атака будет с крыши у нас. И Хантер снова у нас просто быстро получает лицо. И вторая атака, по-моему, хуже прошла, чем первая. На первых хоть какой-то дамаг сделали. Не, ну тут старались, все... слились хотя бы. Старались, слились. Ну, все равно как-то опять... Несинхронно. Первый Хантер летит, получает в лоб, а дальше все остальные тоже десантируются. Как-то с небольшой задержкой все. Снова Хантер. Уже третий Хантер подряд. Ну сейчас, я думаю, конечно, может получиться неплохая атака. Сейчас же у нас просто неплохо так вписывается в стену. Мне сейчас довольно-таки повезло, то что слизь не растеклась. Дамаг, конечно, небольшой сделали, но... Это такое ощущение, как будто знаешь, что танк, ну, можно сказать, на середине карты, вот атаки эти какие-то вообще ни о чем получаются. И что, наоборот, надо прессовать, стараться надамажить хотя бы на пару пилзов до танка, чтобы те, пока да, будут да, убегать назад, чтобы выпили, подумали. Чтобы капали уже хотя бы хп. А тут получается, что такое ощущение складывается, как будто они только на танк и рассчитывают. На саппорт и на танк, что мы сейчас их нормально надамажим и убьем. Сейчас, кстати, тоже интересный момент. Непонятно немножко, где танк. То ли все-таки он внизу, то ли прям все-таки сейчас. Шант у нас вперед как-то не рискует, пытаясь вызвать. Но тут как бы, ребят, вы в любом случае заметите, что танк об этом напишет. Специальная табличка, системное сообщение. Дело не в табличке. Дело в том, что будет атака. Он пытается вызвать что-нибудь одно. Либо танка, либо атаку. Они как не вместе. Кто-то там куда-то сбегал. За пилзами Шади забегал. То есть он проверил, будет ли все-таки танк наверху, убедился, что внизу, и сбегал за пилзами. Чтобы не пропадать добру даром. Хантер у нас уже треснулся, есть респей и бумер. Сейчас надо его. Бумеру надо что-то делать. Попытался, это был рокет или это просто был прыжок на другую крышу? Да, наверное, все-таки на другую крышу. Что он опять же сейчас. Посильнее. Шат уже. Ох! И что это? О! Ну там поднять-то возможно, в это, именно в этом месте. Хантер у нас напрыгивает на шады, бумер. Бумера тоже взрывает, и чат же сейчас остается. Не знаю, будет пробовать не дать поднять или что. Ну да, поднять не поднимет все равно. Ну как-то. Бавно получилось. Что это за прыжок? Ты видел это? Я это видел, мне... Ну, собственно говоря, если не так, то хоть так убийца, что ли, называется. В общем, Рошель самоубийца. А зачем было прыгать с перил, не знаю, прыжок делать? Надо было просто... Я хотел на фонаре, не знаю, вот на тот. Может быть, это реально? Как бы, в случае на танке, как бы, этот фонарь. Сейчас, слышу в чат. Дикий смех. Все, атака у нас почему-то все дотерпелись, бумеры сливают, очередного Хантера чуть-чуть поддамажили и все, убивает. Ну, опять атаки почему-то ни о чем. Ну, благодаря квин у кого-то перед танком ХП капают уже. Благодаря этому четкому прыжку. ХП уже капают перед танком, как и планировалось. Ну, ивент, я думаю, будет весь отсиживать полностью до последнего моба. Ну, скорее всего. Ну, это, кстати, минус вот этого плагина, что он показывает где-то примерно танка, но не говорит, где именно. Да.
Он же не будет говорить там. Если, как навигатор, знаешь, через три поворота будет танк. У нас, кстати, уже ведьма, тем не менее, уже ведьма отрезалась, а танк еще пока нет. Вот сейчас очень, по-моему, немножко опасно делает Инжубас. Да, вот, он вызвал танк. Появляется, да, танк. Но от этого мобы не прекратят зайти. Все, что резнулся, оно все будет бежать дальше. У нас как и планировалось, как и рассчитывали, последняя карта у нас с забякой. А мобы у нас пока продолжают идти, неплохо перекидывает и один, и второй бачок, и кемпа-то уже дамажит, даже не кемпа, и там и узик под дамажит. Это было so close. Я бы сказал so close, это вовремя Лизер написал. Ну не знаю, тут баками, по-моему, уже нечего делать, если он застрял. Иди вручную раздавай. Только не пахни, нам и так без бонуса. Ну, это же... Господи, никогда не лезь в женскую драку. Ну, у нас еще шады зажмут, которые тоже без бонуса, но, к сожалению, не на инкап. Жакей на дамаг. Нет, не получилось. Ну и что тогда у нас получается, если танка во время ивента вызывать нельзя, то что? А как Инжубас помер? Вот это интересный вопрос, я, кстати, тоже не заметил. Прыжок Квин Форевер, типа он повторил что ли его? А как Квину? А, ну Квин правильно, Квин положил танк же. Танк второй раз положил, да. И сейчас спитерша убила, по слизи походил. Вопрос к зрителям. Как? Я не знаю, или электрик тебе, как у нас умерли Инжубас с полными хп? Куда там прыгать-то надо было? Ну и тем не менее, я не знаю, что здесь произошло, но команда Fast and Furious... Он спрыгнул по мобу и сдох. А, ок. Окей. Ногу сломал, прыгнул на мобу, на мобы и ногу сломал, но... Мобы нынче костлявые пошли, их мало кормят. Ну, понимаешь, уже 3 года в игре, как бы, да, они 3, уже... Три года, да, они немножко уже потрепались за сколько времени. Вот костлявые стали. Еще, наверное, годика полтора вообще просто будет на глазах рассыпаться. Вышел в забеге, все. Посыпались. Ну, ладно. Годика через полтора уже и патроны кончатся, и оружие заберут. Да, да. Прыжок вверх. Ну и мачете затупится. Да, этот матч запомнится только еще за 4-ю карту. Прыжок Квин и... Жалко, не засняли, как умер Ганжубас. Может потом попросить, надо будет у Ганжубаса на демку, я надеюсь, если пишет. Я хочу посмотреть этот момент. Эпичный. А что, что-то? Разрыв у нас всего 650 очков, по сути. 654. И хороший шанс вырвать победу. Карта у нас не нерфенная, полная. Да, полная карта. Вторая сторона у нас и четвертая карта прихода. Клан Банан, и надо тащить, ребята. У нас снова пошел рез, хантер резается, пошла атака, и чардж дает первую пичку и зажимает просто кончик. У нас еще на хантер напрыгивает на Элиса, и в итоге это хороший дамаг под скиту. Просто это уже, можно сказать, перед танком одни пилзы слиты.
Даже можно сказать и вторые. При этом они еще и вент будут отсиживать. Не, ну там вторые, это, наверное, сложно сказать. Там будут пилзы, которые шат брал, просто так выпил. Здесь они будут выпить более с пользой просто и все. И да. Хорошо, я уже думал, сейчас если чарш пробьет, будет печально. Но все-таки чарш получает сковородку по голове. Ну, вторая так у нас, ну, не скажем, что удачно. Немного спонсора опять поддамажили. Ну и Райзен как-то опять... А, ну да, Райзен уже поддамажил слизь под конта. Так, ну третья атака, я чувствую, тоже будет не очень. Да, тут состав не особо. У нас шат решает засейвить плевальщицу, он ушел на перевес. Хантер попробует, наверное, на поинта, есть бумер и... Там, Жаке еще. Ну, Жаке тоже может попробовать на дамаг сыграть вместе с Хантером. По-моему, сейчас вообще ничего не сыграет на дамаг, поскольку ну, вся да, атака есть внутри, а внутри просто нету атаки. Жаке у нас приклад получает, ну и Хантер быстро отстрелил, ну и плевачится. Плюнула просто в центр, ни в кого не попало. Не, ну если говорить серьезно, то ребята доходят, ну как сказать, сейчас не будет очередного прыжка веры до танка в одинаковом состоянии. Ну да, можно сказать, только хп немножко пораньше капать стали, а тут... Да, так по пилзам как бы, ну почти все одно и то же. Прыжок веры Квин, конечно, это было прикольно. Я бы сказал, неожиданно. Ларес Бумера, ну, заблёва нет, но все, точнее... Неужели минус один? Нет, нет. Но это же 3К был. Надо быстрее все снимать, а то просто хп еще терять можно на ровном месте, скажем, без ивента. Не, ну разница хотя бы не растерялся. Сделал здесь все правильно. Столько, насколько смог. Все, нас вызывают ивенты, и я думаю, да, план банан будет до конца отсиживать, до последнего моба. До последнего моба тоже не отсидит. Ничего не хватает, ни хп, ни патронов, потому что уже проверено, даже патронов не хватает, говорю уж про здоровье. Бумер у нас позицию занимает снизу, я думаю, все-таки заблёв будет. Нет, я ошибся. Жакей взяли на приклад, Ханта у нас со скитили и плевальщица пытается скрытно смыться, но увы, не получилось. Так, ну вот уже готов новый чарджер, если сейчас будет спитерша, а их не будет, нам по-моему была последний. Да, да, есть бумер. Бумер есть, есть еще курильщик. Бумера нет. Да, бумера нет. Курильщик и хантер еще есть. Ну, по-моему, остаются, судя по всему. Ну да, я думаю, хотя, не знаю, Курильщик тоже будет целиться, пытаться скрыть. Ну, видимо, видишь, под спиту, чтобы никого больше не трогать, чтобы точно была спитерша. Сейвит всех. Да, у нас как раз получает плевальщица. Пошел дорез зараженных и чарджер фейл, дважды фейл. Ну, не скажу, что такой фейл, да, он делает инкап прям по лежачему, так сказать, бьет лежачего у нас Райзен, и еще тычку дает у нас пирожочку спонсора, ну и... Спонсор выпил, у Райзена есть таблетки, в принципе, тоже не страшно. Ребятки, кстати, не скажем, что хорошо тут ТП, а несколько ударов тоже. Сколько у них, 50 хп или 45? Вот, визуально не скажу. Ладно. Мне кажется, 45 у нас Джибас становится танком, и... Но в ивент они отсидели, можно сказать, до последнего моба отсидели. Ну вот, последнего убили, и... Плевальщица у нас не сливают, и это... Не скажем, что... Ну, ее все равно на танк не будет, но...
помогло Джубасу, проблема с одним бачком. Да, он как-то его странно загнал. Непонятно, уходит на крышу, пока откидывает камень и ждет более 3 кап. Куричка и Хантер у нас уже зарезались, у нас скуривает спонсор и попадает камнем на станк, прямо по нику, восстанавливает первый контроль и... Можно сказать, оттянул время. Ну, так, это первый же контроль танка? Еще пока. Да, это был второй контроль, он при этом камнем попал и восстановил его. Вот теперь пошел второй. Разве у нас полы просит? Как ты это узнал? Попросил ползы и при этом спонсор их сам сожрал. У нас сейчас пошел атаковать, в итоге да, делает это капразина. А ведь Разин просил тоже. И кто? Достались двое. У танка осталось 4000 хп. Ну там еще бачок, хотя нет, это и без бачка зажмем. 3000. Че, я скажу, это ГГ. Да. И в итоге у нас побеждает команда Fast and Furious. В столь упорной борьбе. Еще даже поднять успел. Бумер еще сделать заблев. Да, есть заблев спонсора. У нас с Райзеном снова скуривает, и он сейчас умрет. Он, по-моему, два раза, да, он что-то не делает. И спонсор, я не знаю, опять страшен. В принципе, тут нет смысла. Может, прямо есть умирает. Не, ну тут уже, в принципе, все ясно и понятно. Не, они явно ждут, пока у него ХП закончится. По-любому. Все, они в принципе. А нет. Все. Ну теперь точно все. Поздравляем команду Fast and Furious с победой. Summer Cup. 3+1. И до новых встреч. Ну да, в принципе. Не знаю, скоро там будут небольшие изменения в группе, вроде как. Так что читайте, ждите. И пока-пока.